Несколько минут назад они сказали друг другу самое важное «да» в жизни. В стенах Химкинского ЗАГСа Антон и Анжелика официально стали семьей. Знаю даже, как описать. Скорее, еле на ногах стою. Скорее бы присесть. Новоиспеченная жена вспоминает. Предложение супруг сделал ей в день всех влюбленных. Говорит, очень ждала этого события. С тех пор отчитывала дни до росписи. А вот молодой муж, кажется, до сих пор не верит, что отныне любимая будет носить его фамилию. Ощущения такие смешанные. Ну, примерно как первый рабочий день. Приятные. И очень сильно непонятные, что будет дальше. Это покажет время, а пока первый танец молодых. Под улыбки родственников и друзей. Я люблю тебя до слез. С началом нового этапа в жизни пару молодоженов поздравили представители администрации округа и депутатского корпуса. Гармонии и взаимопонимания на долгие годы семье Антоновых пожелали Наталья Коныгина, Галина Болотова и Александр Васильев. К поздравлениям присоединился и заместитель председателя муниципального совета Александр Дринов. В прошлом году он и его супруга отметили золотую свадьбу. А кажется, отмечает Александр Павлович, будто из дверей ЗАГСа вышли только вчера. Наверное, вам кажется, что 50 лет – это что-то такое из области фантастики. Но смею вас уверить, и вот подтвердят мои друзья, что время летит очень быстро. Вы не заметите, как вы с удовольствием отметите тоже и серебряную, и золотую свадьбу. В преддверии Дня семьи, любви и верности поздравили и те пары, которые связали себя брачными узами давно. Женщинам традиционно вручили цветы, мужчинам – грамоты от главы городского округа Дмитрия Волошина за достойный пример верности, любви и взаимоуважения. К поздравлениям присоединились и члены молодой гвардии партии «Единая Россия».